Приветствую, дорогой зритель! Все мы знаем, что Xiaomi — это производитель различных смартфонов, смарт-часов и прочей околосмартфоновской техники. Но кто бы мог подумать, что на этом они не остановились, а пошли дальше, гораздо дальше. Как оказалось, Xiaomi проникли практически во все сферы жизни человека, а не только в категорию смартфоны. Но что же такого они могли придумать и главное зачем? Если ниша смартфонов вполне понятна и очевидна, то производить какие-нибудь ручки, чайники, лампы — это уже немного странно, ведь ничего нового пользователям скорее всего уже не предложат. Но у самих Xiaomi на этот счет совершенно иное мнение. И в этом ролике мы подготовили для вас 10 гаджетов от Xiaomi, которые действительно необычные и которые вы точно не ожидали увидеть от этого производителя. Приготовьтесь вступить в новый век технологий, ведь практически все устройства в этом ролике шагнули далеко вперед в сравнении с привычными нам вещами. Давайте не будем затягивать и наконец приступим. Когда мы работаем за ПК, обычно тяжело обходиться без какой-нибудь лампы. Уж слишком большая нагрузка на глаза. Чтобы облегчить жизнь и решить эту проблему, Xiaomi создали свою собственную настольную лампу Xiaomi Mi Dex Lamp 2 с показателем освещенности 1200 люмен, которая была разработана совместно с компанией Philips. Светодиодная лампа изгибается в любую сторону, поэтому настроить наиболее комфортный угол не составит труда. Настраивать ее можно как с помощью приложения, так и посредством понятных элементов управления, расположенных на подставке основания круглой формы. Лампа также оснащена датчиком освещенности, а поэтому может подстраиваться под условия помещения. С ней ваша работа за ПК будет более комфортной и приятной. Если вы следите за своим здоровьем очень пристально, то вам срочно нужен следующий гаджет от Xiaomi. Компактный солимер габаритами с обычную пишущую ручку – вещица, актуальная для жителей больших городов, да и просто интересующихся качеством питьевой воды. Девайс умеет определять степень минерализации. Он может рассказать о количестве растворенных в воде твердых веществ. Работает устройство от двух маленьких батареек. Корпус имеет стандарт защиты IPX6. Он выполнен по технологии литиевого прессования, а измерительный щуп изготовлен из титана. У тестера есть наружный сенсоры, которые помогут измерить температуру, кнопка включения на корпусе и LCD-дисплей, на котором отображаются все показатели измерений. Да и вообще, как нам кажется, подобное устройство должно быть в доме у каждого. Наверное, самое актуальное устройство на данный момент. Если вы привыкли к тому, что респираторные маски это по сути обычная тряпочка на резиночках, то Xiaomi готовы перевернуть ваше представление об этой вещице. Их респираторная маска работает по технологии нанофибры с эффектом электреты, что позволяет повысить эффективность фильтрации частиц PM2.5 до потрясающих цифр в 99%. Маска снабжена ультратонким вентилятором с тремя скоростными режимами, которые вы регулируете по нажатию кнопки, которая спроектирована для удобного нажатия в любых условиях. Занятия спортом или в непогоду. Респиратор работает от полимер литионной батареи в диапазоне от 4 до 8 часов на полном заряде. Респиратор выполнен из высококачественной микрофибры, имеет трехслойную структуру и эффект ручной вязки специально для вашего очарования. Да и в целом эта маска выглядит довольно футуристично. В общем, если вы хотите быть целым и невредимым, то вперед за этой маской. Xiaomi уделяет огромное внимание здоровью человека, поэтому у них есть даже тонометр Xiaomi iHealth, который может следить за артериальным давлением всех членов семьи и даже провести оценку общего состояния здоровья. Для этого нужно предоставить устройству информацию о таких параметрах, как возраст, вес и рост пользователя. В случае необходимости при помощи мобильного приложения все полученные данные об изменениях можно перенаправить лечащему врачу или членам семьи. Кроме того, сохраненные показатели могут отображаться в виде статистических графиков. Состоит Xiaomi iHealth из двух частей, док-станции с разъемом USB и манжетов, присоединяющихся резиновой трубкой. На одном заряде аккумулятора емкостью 400 мАч измерить давление можно не меньше 100 раз. Вы считали, что Xiaomi гораздо производить только всякие разные девайсы? Как бы не так. Специально для фанатов утренних пробежек и спортивной ходьбы Xiaomi выпустила умные кроссовки Xiaomi Midge Smart Shoes. Подошва у них легкая, трехслойная и слегка пружинит, поэтому ходить и бегать в них будет удобно. Сетчатый материал на носке эластичный, он позволяет ступням дышать. Под стельками правого и левого кроссовка предусмотрены небольшие углубления с заглушками для датчика, которые делают эти кроссовки умными. Работают эти датчики при помощи модуля Intel Curie с шестиосевым датчиком, акселерометром и гироскопом. Смарт-начинка имеет стандарт защиты IP67, поэтому дождь или случайная лужа не станут поводами для беспокойств. Кроссовки способны определять разные виды нагрузок, различать бег, ходьбу и альпинизм. Поэтому если вы очень любите бегать и хотите каких-то новых ощущений, то эти кроссовки созданы для вас.
Следующее устройство понадобится всем, кто любит разводить дома тропические леса, а также всем любителям горшечных растений. Ведь для них Xiaomi создали Xiaomi Flora Monitor. С ним цветы не пропадут от чрезмерной заботы хозяина или, наоборот, из-за невнимательности и забывчивости. Flora Monitor оснащается специальной вилкой, которая поможет определить влажность почвы, датчиками, оценивающими количество получаемого света и температуру. В общем, если вы садовник, то теперь вы знаете, что вам нужно купить. Ну а если вдруг вам понадобится совершить какие-то небольшие или средние бытовые и строительные работы, то и в этом случае Xiaomi вам поможет. Для этого они придумали аккумуляторную отвертку. С ее помощью вы сможете выполнить практически любые несложные работы по дому. Выполнена она в форме пистолета. В комплекте идет удобный мягкий кейс для хранения устройства, USB кабель для зарядки, комплект битов в количестве 12 штук. Отвертка имеет три режима работы. Нейтральный и левый с правым, то есть имеется реверсивная функция. Пользователи отмечают отличную эргономичность, качество сборки, к слову, материал изготовления металл, а также действительно хорошую мощность для такого небольшого устройства. Да и цена очень демократична. А может, вы любитель покататься на самокате, но вам лень постоянно ускоряться ногами? В таком случае вам поможет электросамокат от Xiaomi, имеющий лаконичный дизайн, продуманный до мелочей. Это позволяет устройству быстро и легко перейти в рабочее положение при нажатии всего лишь одной кнопки. Модель легко складывается и раскладывается, поэтому вы можете зайти с ним даже в автобус или в метро. При этом пользоваться самокатом очень легко благодаря изогнутым линиям корпуса. Он поддерживает вес до 100 кг. Встроенный аккумулятор емкостью 7800 мАч позволяет проехать 30 км с возможностью разгона до 25 км в час. Для подзарядки аккумулятора потребуется 300 минут. Проследить состояние заряда поможет встроенный индикатор, размещенный над кнопкой включения. Электроскутер оснащен противоскользящей ручкой, позволяющей рукам не соскальзывать. При нажатии на ручку газа вы можете контролировать скорость прибора, что удобно при поездке на довольно большие расстояния. Самокат предусматривает поддержку двойной системы торможения и систему регенерации энергии, что делает его безопасным и экономичным. Ну и главное, чтобы в вашем городе было больше хороших дорог. А вот это устройство даже тяжело назвать устройством, так как по сути своей это просто блокнот. Но блокнот этот от Xiaomi, поэтому простым он уж точно не может быть. 36 Smart – это умный блокнот для рукописных записей, который моментально переносит все записи автора на цифровой носитель. При этом записи в блокноте могут быть любыми, на любом языке. Или даже рисунки, наброски, в общем, все, что придет вам в голову. После записи достаточно нажатия одной кнопки, чтобы получить цифровую копию созданной заметки или зарисовки. 36 Smart используют технологию электромагнитного резонанса, которая создает стабильное магнитное поле на устройстве. Осмещаются магнитные поля с помощью электромагнитного пера, который фиксирует и записывает сигнал в реальном времени. Причем ручка работает без подзарядки. Документ или эскиз также можно редактировать в цифровом формате. Блокнот выполнен из тканевого материала, имеет небольшие размеры и вес. И если вы занимаетесь цифровым рисунком, то эта вещь, можно сказать, незаменима для вас. И у них есть даже куртка. Да-да, вы и не ослышались. Xiaomi Control Jacket с подогревом создана для тех, кто много времени проводит на открытом воздухе в холодное время суток. Ее отличительной особенностью является наличие внутреннего подогрева. Его обеспечивает встроенный терморегулирующий комплекс HETEX с термоконтроллером, собственная инновационная разработка компании Xiaomi. Для поддержания оптимальной температуры куртка оснащена нагревающейся пленкой, имеющей высокий коэффициент теплоотдачи и долгоостывающей, а также независимыми терморегуляторами. Благодаря им вам будет комфортно при любом погоде. Вы не замерзнете в лютый мороз или при пронизывающем ветре. Вам не будет жарко в солнечный погожий денек во второй половине зимы или в начале весны, а также при интенсивном движении или физических нагрузках. Это обеспечивает оптимальный алгоритм поддержания баланса тепла. Куртка имеет универсальный фасон и идеальный крой, не стесняющую движение во время физической работы на улице или занятий спортом. Ее верх изготовлен из современного водонепроницаемого материала, поэтому в ней вам будет комфортно даже под проливным дождем и во время снегопада. Влага гарантированно не проникнет внутрь, вне зависимости от того, сколько времени вы проведете на улице. И это действительно звучит очень круто и инновационно. Что ж, это были довольно необычные вещи от Xiaomi, хотя на самом деле их еще больше, и неизвестно, сколько их будет в будущем. Хочется верить, что Xiaomi однажды произведут настоящую сенсацию в области технологий, ведь у них есть все шансы. А на этом наш ролик подходит к концу. Поддержите его лайком, если он вам понравился. Спасибо за просмотр и до новых встреч!